На днях в Ленинском городском округе заработал новый чат-бот. С инициативой его создания выступила администрация муниципалитета. Теперь при обнаружении стихийных свалок любой житель может отправить фото, и в оперативном порядке отходы будут вывезены. Чат «Чисто Ленинский» работает в Телеграме. Новый проект касается мусора, который скапливается на контейнерных площадках. Чаще всего это крупногабаритные отходы. Все очень просто. Заходишь в приложение, загружаешь фото, указываешь точный адрес или геопозицию. В ответ бот направляет сообщение о том, что заявка принята. Если мы видим проблему на контейнерной площадке, значит, мы что делаем? Мы входим в приложение «Добродел», пишем, фотографируем, отправляем. Чат-бот позволяет это сделать все намного быстрее и оперативнее. И в этот же день по назначению попадает ваше сообщение. Плюсы наличия такого чата уже почувствовала видновчанка Юлия Одинцова. На контейнерной площадке возле дома она заметила выброшенную мебель и воспользовалась телефоном. И вы знаете, на следующий день уже весь мусор этот был вывезен, поэтому я скинула эту ссылку на чат-бот в домовой чат и призываю соседям пользоваться этим, и так чаще будут вывозить у нас крупный мусор. Вступить в чат несложно. Ссылки на него есть в официальных аккаунтах администрации Ленинского городского округа. А к концу этой недели на всех контейнерных площадках муниципалитета должны появиться таблички с QR-кодами для перехода в чат-бот.